еще много. Вот это, кстати, я вспомнил, сейчас гнобят в интернете Александра Маршала. Этот подонок, певец, в передаче этого, ну, другого, такой же подонка, в принципе, Дудь есть такой. И этот Дудь его там спросил, он всех спрашивает отношение к Путину. И маршал вместо ответа ответил: «А что тебе, Путин не нравится? Все, кому Путин не нравится, валите из страны». Знаешь, вот эта ублюдина двухметровая. Тварь, блин, фельдмаршал херов. Если у Ну, кого-то есть возможность этому подонку показать мое выступление, вот передайте этому фельдмаршалу Саше, что он гондон и пидорас. Это сказал полковник Шендаков. Певец, маршал, гондон и пидорас. Надеюсь, он меня услышит. да, я надеюсь, все вот эти слова, а я думаю, большинство нашего чата присоединится к пожеланиям, они все дойдут до адресата без задержек. Я знаю, что дойдут. Я вижу, что вот с наших передач советского телевидения прям вырезают кусочками мои какие-то тематические выступления. И они идут на разных сайтах. Разные блогеры их вставляют в свои передачи. Поэтому все до них дойдет, до тварей. Всех этих прихвостней режима. И путинских шакалов, и путинофильских шакалов. Я уже разъяснял, в чем разница. Путинские шакалы – это вся мразь, которая сознательно поддерживает, обслуживает режим и тоже хлебает с этой кормушки воровской. А путинофильские шакалы – это тупое зомбированное быдло, пришибленное зомбоящиком. Так что на здоровье вырезайте, пожалуйста. Так, Так, здесь. ну, у нас еще какие же мероприятия-то недавно были?